Цветы, волнение и радостные ожидания встречи со сверстниками – традиционные атрибуты Дня знаний. 1 сентября в этом году выпало на субботу, однако это не отменило торжественных линеек. Из-за погоды в некоторых школах, как, например, в 65-й, они прошли в помещении. Все 137 школ города распахнули двери почти для 100 тысяч учеников. Первый в своей жизни звонок услышали 11 тысяч первоклашек. Впереди у них короткая первая четверть, небольшой разбег перед серьезной учебой и разными испытаниями. И, конечно, новые знакомства и новые знания.